Всем привет, это у нас мороженщик в Роблоксе. Это видео мы посвятим сцене с Чарли. И мне в этом помогут и подписчики, и желтый бриллиант. Давайте стартовать. Желтый бриллиант говорит, что нужно лететь просто за забор. Давайте проверим. Вау! Там проигрывается кат-сцена, фантастика. Вот это подсказочка, смотрите. Все сцены на таком расстоянии от реальной деревни. Там у нас менюшка черная, а здесь у нас сцена проигрывается. Давайте посмотрим. Ну-ка, здесь бежать можно? Земли нет. Да, там есть фургон. Смотрите, как далеко. Ну-ка. Вау! Я, получается, за несколько километров улетел. Можно здесь шагать? Вот здесь именно. Да! Смотрите, это реально деревня просто для сцены. Вот это фантастика. А где же сам желтый бриллиант-то? Вот рот, который замораживает. И мы, получается, находимся в самой сцене. А здесь-то, конечно, пусто. Мы отсюда смотрим и наблюдаем данную сцену заморозки. Вау. Чарли можно вытолкать. Это необычно. А можно его вообще уронить? Так, куда его можно утолкать? Что? Чарли руками двигает. Смотрите. Фантастика. Я оживил ледяного Чарли. Вот это со стороны классно, наверное, смотрится. О. Я почти к нему прям проник. Вот это супер. Он и руками двигает, и ногами. Кстати, я его сейчас скину с карты. Или сам упаду. Кстати. А, подождите, ну-ка, где я падаю? Давайте проверим. А, здесь не падаю. Ну-ка. А здесь? Падаю. Вот сюда его надо толкать. Да, это получается очень медленно, но зато получается. Надо его толкать и толкать. Смотрите, подписчики копятся здесь уже. Кто еще есть? Не, ну это реально класс. Что мы находимся в сцене. Еще Чарли толкаем ледяного. Где такое видано? Такого нет даже в реальном мороженщике. У нас сегодня суперское видео просто. Но задача его столкнуть. Раз уж мы получили к нему доступ. Видите, Чарли уже занервничал. Уже как будто бы чаще руками бьет. Видите, даже кулаки сжимает. Чарли, извини, ты сейчас упадешь в пропасть. Прям конкретно. Я же это могу записать со стороны. Подписчики сейчас дотолкают. И я посмотрю этот момент. Вау. Смотрите, они заталкивают Чарли прям реально. Запихивают и... Чарли. Падаем с ним. Вон он летит. Все. Ой, я сам разбился. Я уже на подлете к острову во второй раз. То, что свалился, меня, видите, вернули-то на респаун, а не в кат-сцену же. Смотрим, есть ли у нас здесь Чарли. Но его уже нет. Все, его не респаунили после падения. Ес. Мега прикол. Что? Чарли здесь стоит. Еще один. Ну это, конечно, отсюда мы никак не выпрям. Сейчас давайте переходить к следующей задаче видео. Будем смотреть сцену заморозки Чарли со стороны. Для этого желтому бриллианту нужно будет очистить сервер, чтобы остались только мы вдвоем. После этого я полечу в саму кат-сцену, а желтый бриллиант будет ждать отмашки, чтобы открыть окно. И тогда кат-сцена запустится. Давайте стартовать. Так, смотрите, мы с желтым бриллиантом резко стартуем. Вау, все, мы с ним. Это жестяра, я полетел. Смотрите. Он должен меня сначала заметить. Все, я полетел. За пределы карты. Я там буду стоять. Смотрите, мы пока что на сервере только с желтым бриллиантом. Он меня прикрывает для того, чтобы подписчики не зашли в игру и не запустили сцену. Данную сцену будет запускать желтый бриллиант. Сама сцена у нас происходит не на главной локации, а на второстепенной. И я к ней как раз таки направляюсь. Вы уже видели сегодня, как мы с подписчиками скидывали Чарли. Сейчас мы с желтым бриллиантом вдвоем на сервере и будем проворачивать данный эксперимент. Ничего себе, как долго лететь, вау. Сейчас займем позицию какую-нибудь интересненькую. Да, в принципе. Я же буду просто здесь ходить. Так. Давайте мы напишем старт. Я закрыл сервер, то люди могут открыть окно. Старт через 10 секунд. Отключаем диалог. Все, смотрите. Сейчас будет желтый бриллиант запускать сцену. Вот наше окно. Оно пустое. Вау. Фантастика. Смотрим. Сейчас будет запускаться сцена.
И будем присутствовать прямо в ней. Смотрите, Чарли идет. Вау! Мы прямо ходим в данной сцене. Фантастика. И там еще один Чарли сидит, смотрите, во льду уже. Это гениально. Ничего себе. Сейчас еще раз побываем, только я буду находиться уже в фургоне. Это жестяра. Ну-ка. Я могу еще далеко зайти? Так, а если я буду с ноклипом? Я сейчас буду здесь стоять. Все. Сейчас то же самое заново будем проворачивать. Смотрите, та самая комната, которую я вам уже показывал. Из нее снимает сама камера. Вот это да. Так, ну Чарли, я не могу сейчас толкать на ноклипе. А, кстати, а если я влечу в него? Смотрите, и выключу ноклип. Жестяра, вы поняли? Я его держу. Я держу Чарли. Это желтый бриллиант, скорее всего, видит. Ну, в принципе, прокатил прикол. Мы пробуем стартовать еще раз. Хочу залететь в фургон и смотреть уже оттуда сцену. У нас потому что видео сегодня посвящено сцене с Чарли. Ах ты, есть еще один человек. А их можно вообще кикать? Ему. Стартуем. Вот и желтый бриллиант. Смотрите, я ему себя показываю. Ах ты, главное бы не открывали окно. Смотрите. Интересно, подписчики исчезнут? Они просто исчезают на глазах. Я полетел. Я сейчас залечу в фургон, буду смотреть оттуда, как будто бы я мороженщик. У нас сегодня мега эксклюзив, потому что данные можно провернуть только с разработчиком. Либо очень поздно, заходя в игру, чтобы никто к нам не подключился. Но с разработчиком это сделать намного проще, потому что он может подписчиков остановить, чтобы они не открывали окно. Если я, получается, курсор установлю на фургон, то я к нему и прилечу. Вот, смотрите, у меня стрелка на фургоне. Я мышку не буду трогать. Смотрите, прямо точно указано на левое зеркало фургона, если смотреть сиденье водителя. И реально прям влетаю. Вау. Сейчас напишу желтому бриллианту готовность. Готовно 10 секунд. Так, открываем фургон. И влетаем. Все. Смотрите, я мороженщик получается. Ну-ка. Так. О, идеал. Сейчас мы должны Чарли с вами увидеть. Смотрите, смотрите. Ну где Чарли? Пока не вижу. Подошел такой. И сейчас мы его заморозим. Смотри внимательно. Все, дует. Сервер лок офф. И мороженщик Чарли превратил в ледяную глыбу. И вот еще один Чарли, смотрите, прикол. Что он здесь делает, непонятно. Но это же вот все-таки сцена. Вау, yes, получилось. Кстати, здесь такие же дома, помните? Я вам показывал. Подождите. А, это реальная уже сцена. Так, давайте возьмем канат сейчас. На второй полочке. Бам. Накинули такие, спускаемся вниз спокойненько. Нас теперь может рот ловить. Yes. Ух ты. Смотрите, чуть ли не в прямом эфире добавил функцию, чтобы нас мороженщик замораживал прямо. Это уже прикольно, давайте сами протестируем. Попадаемся. Смотрите, сцена. Вау, как классно. Ух ты, у меня очки появились. И вот только сейчас я развалился. Летать нельзя уже. Смотрите, смотрите, смотрите. Сцена заморозки появляется. Вот это класс. Бам, еще раз. Улетаем, не получается все. Ну-ка, присесть. Приседать не получается так же. Смотрите, падаю где-то в километре. Видимо, меня так сильно откидывает. Да, эти новые функции меня радуют. Скоро, кстати, будет добавлена уже новая локация, кафетерия, и будем играть уже на других локациях. Смотрите, смотрите, прикол. Прямо почтового ящика заморожен. Ах ты! Ноклип. Схитрю. Так, а можно в будку залезть? И что будет вообще, если я отпущу ноклип? Размотка произошла. То есть в будке места почти нет. Так, а если сесть?
Ой, я за пределами будки. И опять за пределами. То есть она внутри не пустая. Смотрите, смотрите, типа я в будке был. О, он желтого бриллианта заморозил прямо здесь. Game Creator, смотрите, прям написано. Сегодня также будет кафетерия. Yes. Прям новости в прямом эфире изображены. Давайте мы на этом видео закончим. Желтому бриллианту и Павлу 350 спасибо за развитие проекта. Подписчикам спасибо за помощь в сталкивании Чарли. Всем спасибо за просмотр. Оцените видео лайками. Обязательно комментируйте, подписывайтесь на канал. С вами был Топси. Всем пока.